Здравствуйте, я ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии медицинского университета. Мы с моими студентами приехали в это замечательное заведение, в приют, в гости к Карену Вачигановичу. С подарками приехали, коллективом кафедры скинулись и привезли зерно, ячмень, пшеницу для постояльцев. Вот хотели внести свою лепту в это благое дело. Да, и кроме этого, ой, смотрите, тут у нас тайганчик мешает делать видео отзыв дня. Но ничего, да, понимаю, нельзя на гостей так кидаться, они еще к нам придут. Они же, кроме того, что принесли вкусняшки, они еще сегодня поработали очень хорошо. Да, ребята, расскажите, что мы сегодня Да, что вы сегодня делали? Мы убирались у тигра, у рыси. У рыси. Не страшно было зайти в клетку, где сидит огромный такой тигр, да? Жутенько, жутенько. Не спотели? Мы подумали, что он добрый. Он добрый, да. Они наши животные. Они хорохорятся, поджилки тряслись, это же понятно. Да, да, да. Нет, тигр красавец, впечатляет, просто до безумия впечатляет. Как ну, очень... что пожелаете, ребята? Здоровья животным. В первую очередь. Ну, врачи могут, будущие врачи, желают здоровья. Спасибо. Конечно. И животным, а главное, человеку, создателю всего этого заведения, Карен Чиганович, вам большое спасибо за возможность, за то, что здесь происходит, за ваше благое дело. Да. У вас очень большое и сердце. И давай расскажи, откуда ты знаешь наш приют, меня. Ой, с Кареном Чиганычем мы знакомы уже очень-очень много лет. Я еще был студентом биологического факультета, заканчивал Челябинский государственный университет. Еще на первом курсе попал на практику к Карену Вачигановичу в клинику. И вот с самого того дня, поработав у него, понял, что это человек с большим сердцем. И теперь вот мы с ним дружим много-много лет. Да, друзья, это наш, мой бывший студент, да, это сколько лет назад было. Да, уже 7 вот. Лет Но назад. Но наши уже. Студенты не забывают, они возвращаются к нам, уже сам преподает со своими студентами молодыми. Вот. Вот так интересно, у нас остаются связи, контакты, они всегда вечные, как я говорю, да, и мы всегда рады нашим друзьям. Это вот наши друзья. Спасибо вам огромное, всегда рады вас и встретить вам, в нашем приюте. Спасибо.